Православный молодежный бал в рамках проекта «Семейные вечера в Царском селе» прошел в Софийском павильоне города Пушкино. Участие в нем приняла молодежь со всей Ленинградской области. С подробностями Анна Шишминцева. Традиционный молодежный бал начался с молебна. Его возглавил священник Александр Антонов, духовник царскосельской молодежи. Помимо бала здесь проходят у нас и викторины познавательные о праздниках христианских, о традициях, бальных традициях, о царскосельских полках. То есть узнают помимо общения танцев историческую информацию для себя полезную, как-то себя обогащают. Каждый бал приурочен какой-то эпохе. В этот раз мы взяли 19-20 век. Окунуться в атмосферу 19 века, начиная с костюма. Подобрать такой наряд непросто. Например, для подруг Ани и Насти это уже 6-й бал. В гардеробе у девушек есть платье специально для таких торжеств. Был заявлен стиль ампир, собственно, вот мы подобрали платье, и это ручная работа оба платья. Да, у нас все ручная работа, мое платье сшито специально для меня. Это как раз-таки стиль ампир, когда идет лиф, и потом сразу открытая юбка, да, все расшито вручную. Стиль ампир в одежде был распространен во Франции и Российской империи. Основная характеристика стиля – это простота, легкость и естественность. Бал для православной молодежи – это возможность для общения. Отец Александр Антонов уверен, что такие балы служат началом для создания семьи, ведь он сам был неоднократно свидетелем таких примеров. Участник нашего молодежного клуба, была староста, всегда принимал участие в различных мероприятиях. У него хорошие организационные способности. И вот здесь, на балу, когда мы каждый раз приглашаем и семинаристов, и регенш тоже приглашаем сюда. И вот они здесь познакомились, создали такую хорошую, крепкую семью. Сейчас она является матушкой, отец Михаил диакон. Так что это такой хороший пример и возможность действительно для многих других последовать этому примеру. Может быть, здесь найти свою вторую половину, почему бы и нет. Иван Леликов на балу впервые. Он студент 2-го курса Санкт-Петербургской духовной академии. Танцевать научился сегодня. Сразу после литургии на это замечательное событие. И оно действительно завораживает. Это такое единение, такое общение здесь происходит. Не передать словами. Нужно это поучаствовать здесь. Каждому побывать надо.